«Здоровый я» – так называется новая акция по ранней диагностике заболеваний, которая стартовала в государственных медицинских учреждениях края. С целью раннего выявления факторов риска развития таких хронических неинфекционных заболеваний, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь сердца, сахарный диабет, онкопатология, онкозаболевания, заболевания почек. В рамках акции каждый житель Приморья может бесплатно пройти комплекс обследований, включая лабораторную и аппаратную диагностику, исследования на 5 видов рака. Настороженность – это обязательно кал на скрытую кровь, да, то есть на выявление рака толстого кишечника и прямой кишки. Проводится с 40 лет, с 40 до 64 – это раз в 2 года, с 65 до 75 – это ежегодно. У женщин маммография на рак молочной железы проводится с 40 лет до 75 лет раз в 2 года. Затем это мужчины – онкология предстательной железы, так называемый ПСА, 40, 45, 55, 60, 64 года. 45 лет – это ФГДС, то есть смотрим на онкопатологию, пищевод, желудок, 12-перстная кишка. Акция «Здоровый я» продлится до 30 ноября. В этот период медицинские учреждения будут работать без выходных. 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. График коснется всех служб, задействованных в медосмотрах, включая кабинеты рентген-диагностики, маммографии, ЭКГ процедурного. Мы хотим, чтобы пришли к нам те, кто вообще никогда не проходил диспансеризацию, профилактический осмотр, чтобы они знали о своем здоровье. Может, их что-то и беспокоит, они стесняются прийти. Сейчас как раз такое время, это акция. Пожалуйста, приходите, двери всех поликлиник города Владивостока открыты. Кстати, для медосмотра приморцы могут выбрать любую поликлинику, а не только ту, к которой приписан полис ОМС. А записаться лучше заранее по телефону регистратуры на портале госуслуг или через QR-коды на листовках. Ирина Шилина, Денис Фадеев, новости на Восьмом.